Дяденька, может, ее к врачу надо? Дяденьки в метро ездят с портфелями. Значит так, сидите здесь тихо, не высовывайтесь. Чего надо ему говорить? Значит, папа ваш бандит, говоришь? Сейфуллин, ты с ним повнимательней. Провода, ток по рукам, телефон во все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет дорогу, может, сердце, может, стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес не послышится слово. Прощай, но странный стук зовет дорогу, может, сердце, может, стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: дверь. Но странный стук зовет дорогу, может, сердце, может, стук дверь. И когда я обернусь,